Председатель партии платформы «Достоинство и правда» Андрей Настасьев впервые побывает в студии «Публика ТВ». Политик станет гостем специального выпуска программы «В центре внимания» с Оксаной Боднар. Они обсудят ситуацию в Конституционном суде, предоставление нашей стране кредита из России, а также отношения в блоке АКУМ и подготовку к президентским выборам этого года. Начало 18:00. Не пропустите.